Открываются прямые авиарейсы из Казахстана в Соединенные Штаты Америки. Этот вопрос был обсужден сегодня на пленарном заседании Мажилиса. Ратифицировано соглашение между правительствами двух стран о воздушном сообщении. Прямые авиарейсы между Казахстаном и Америкой планируется открыть с 2025 года. До этого авиакомпании, выбранные с нашей страны, должны решить вопрос с получением сертификата авиационной безопасности самолетов длительного полета. По статистике, за последние 2-3 года ежегодно Соединенные Штаты Америки посещают более 160 тысяч человек из Казахстана. А теперь, если откроют прямые авиарейсы, пассажирам удастся сэкономить деньги и время. Между двумя странами развивается туризм, набирает обороты торговля. Это первый в истории страны договор о режиме открытого неба. То есть любая казахстанская авиакомпания может выполнять неограниченное количество пассажирских перевозок по рейсам из любого города Казахстана в любой город США с правом доставки и ввоза пассажиров в третьи страны, а также грузоперевозки между пунктами США и любыми пунктами.